Ты за здоровый образ жизни? Тогда будь с нами. Смотри программу Марины Ли. Позитив. Через сторону сводим лопатки, выдох, опускаем ручки, вдох. По данным Всемирной организации здравоохранения, 2/3 населения земного шара страдают суставными болезнями. Малоподвижный образ жизни, недостаточная физическая нагрузка, опять же переедание провоцируют остеохондроз, сколиоз и грыжу межпозвоночных дисков. А это сильные боли в спине, бессонные ночи и постоянный вопрос, как от этого избавиться. Кто-то идет к мануальному терапевту, кто-то соглашается на операцию. В ноябре месяце обратился после операции. Грыжа была у меня позвоночная. Почему-то мышцы совсем никакие стали. Ну вот здесь как бы восстанавливаюсь. Весь лечебный процесс строится на движении. Это вы поднимаете гантели, качаете пресс. Это вы делаете упражнения на реабилитационных тренажерах, которые направлены на вытяжение позвоночника и формирование мышечного корсета. Как вы себя сейчас чувствуете? Ну, по-разному, конечно. Лучше, хуже. Ну, в общем, хорошо. Лучше гораздо. Как я все время говорю, ветром сдувать перестало, по крайней мере, после занятий. Сегодня сотни человек избавились от многих заболеваний позвоночника. Хондрозы, сколиозы, артриты, грыжи межпозвоночных дисков. Ирин, почему говорят, что вот первый цикл, второй цикл? Люди надеются, два цикла походили, проблема решена. Я считаю, что это не так. Ну, к сожалению, приходят уже с достаточно большим букетом заболеваний опорно-двигательного аппарата. И одного цикла, и даже двух, и трех бывает недостаточно. Во-первых, когда вы восстановили свой мышечный корсет, восстановили организм, прекрасно себя чувствуете, проходит время, вы можете вернуться к этому же состоянию, если вы не будете себя поддерживать. То есть в этом есть необходимость. Можно ли сказать, что кинезитерапия – это на всю оставшуюся жизнь? Это образ жизни. Да? Да. Все, будем здоровы. Будем. Ты за здоровый образ жизни? Тогда будь с нами. Смотри программу Марины Ли. Позитив.